Здравствуйте. Короткое, но важное предсказание по Франции. Макрону грозит импичмент. Или что-то произойдет, из-за чего он не будет президентом до конца своего срока президентства. В общем-то, я уже предсказывала о том, что это второй Калигула, и его правление ознаменуется очень большими неприятностями во Франции. Что, в общем-то, на сегодняшний день и происходит. Я вчера видела по «России-24», что его поддерживает на сегодняшний день только 36% избирателей. Спасибо за внимание.